У меня, короче, голос детский, но я как бы взрослый, можно сказать. Так что мне не 6 лет. Кстати, а что за челлендж вообще? Смотри, сегодня суть челленджа такая. Кто будет на первом месте, тот забирает бабки. Окей, постараюсь. Слушай, а сколько? Пятихатка. Уф, нихера. Ну ты будешь на первом месте, скорее всего. Да, если я буду на первом месте, никто ничего не забирает. Главное, чтобы не было челленджа, где с проигравших не снимают. Не, ну я так, я чисто полулежа буду играть. Все-таки дам шанс вам. Да-да. Ой, эйс, что ли? Вообще, похую. Да как так-то, блядь? О. А что будет, если вот этот, например, зеленый будет на первом месте? Он не будет на первом месте. Да, ты чё, мы его кикнем просто в конце и всё. Можно вообще его сейчас кикнуть, типа, ну, я думаю, ничего такого давай, не будет. Да, давайте его кикнем, да, просто да, чтобы давай, килл да. он не А забирал. чё, давай. Мы же все равно не на победу играем, как бы тут не зависит от этого. Сори, брат. А чё, если мы проиграем? Да ничего страшного, прыгай. Главное, киллы же здесь. Вы же на челлендже. Ай. Все равно. Бля. Сорян, Рэл. Я не хотел. Да нормально все что-то. Подожди, кто будет на первом месте или у кого будет больше киллов? То, ну вот, на первом месте, на первом месте. А, дайте мне пачку. А, если бы... Ай, фак. Зелененько жалко, он что-то 0-4 играет. Ай, хорош. Еще одного забираем. ОФК, смотри, как тебе фартануло. Да, если я не вырвусь, то пятихатка не моя. Блин, прям вообще впритык-впритык идет, смотри. Зубами забирает победу. Они на лонгу оба. Зачем я это сказал? Они в тёмке, они в тёмке. Куда вы? Не надо. Дайте мне. Дайте мне. Два килла. Я обязательно выиграю. Ладно, игра. The fuck. Да ты! Это чё? Бомбу еще поставлю. Все, у меня нет шансов, походу. Опять! Ты! Один с хп, блин. Ленг, Ленг. Еще один. Давай кикнем этого Евгения. Да, печатка тоже кикнется с ним. Да, кикнется со мной вместе. Я бомба. Вы можете вообще знаете, как сделать? Зачем ты дропнул пачку ему? Зачем ты ему пачку дропаешь? Спасибо. Это по привычке. Вы можете вдвоем просто бегать, бегать, убивать вдвоем, смотри, слушайте. Пачку друг другу скидывать, и кто-то из вас опередит, просто потом бабки попилить. Просто вдвоем можете сыграться как-то. Мать, я иногда навряд ли уже догоню тебя. Вообще кого-то догоню или нет? Хорош. Нет, нет, нет. Ай, блядь. Ты начал стрелять, я думал, носите кто-то. Так, ну что, два раунда примерно осталось-то. На три очка ты всего отстаешь. Три очка. Будет обидно проиграть. Еще обиднее проиграть, когда у меня счет 10-5. Да ладно, он на зеленом посмотри, 3-5, вообще бедный. Он не понимает вообще, зачем он здесь, наверное. Нет, это мой! Блин! Хоть кого-то сбрал. Вот тебе надо, сейчас троих тебе надо всех троих убить, да. Давай, удачи, желтый. А, все, я не могу, все это проигрыш. Я бы убил. Столько мне не хватило. Ну-ка. Да, правда? Серьезно? Жаль. Серьезно? Да, не повезло. Ладно, что, кидайте, я вам скину денежек чуть-чуть каждому за участие. Ладно, сейчас. Я в Если бы он не минут кину. Если бы он не ливнул. Ладно. Ладно, это интересно. На самом деле. Прикольно. Короче, да. в курике. За участие да. Секунду. Ты родителям пошел рассказывать, что ты денег выиграл? Монси, ты куда делся, блядь?
Короче, просто я пятихатку поделил среди вас. И 50 рублей себе на мороженое оставил. Серьезно, что ли? Да. Спасибо. Скину вам по 150 за участие, чтобы не расстраивались, участвовали еще раз. Да, спасибо. Как эмоции-то расскажите? Самое главное, конечно, участие, что? Контент-то, кстати, сделать. Ну, прикольно типа, было, деньги, да? Это, ну да, конечно. Да, нормально. Я, короче, зашел по ссылке на твой канал от какого-то ютубера. Угу. Я не помню, кто тебя рекламировал, и увидел там видео всякие. О, помнишь, ты снимал видео про Колямбу, как ага. он на Сильверах играл, да? Да-да-да. Меня, во-первых, заинтересовало, что за это можно получить награду. Ага. Ну, ты сам понимаешь. Ну да. Ну, и тем более челленджи. Мне челленджи нравятся. Ну все, тогда дальше следите за каналом. Да, конечно. Там будут Давай. Еще челленджи много. Давайте. Спасибо за участие, пацаны. Да, пока. Пока-пока. Пока.